На конкурс дети читают стихи Байков Никита, 9 лет, город Саров. Агния Барто, мама-болельщица. Я занимаюсь боксом, я увлекаюсь боксом, а мама уверяет, что дурак я улегся. Беда, вздыхает мама. Я так удручена, что вырастал сын, и я такого дручена. Я маму звал в боксерский зал, она мне отказала. Нет, говорит, я не могу, я убегу из зала. И заявила прямо, на бокс смотреть противно. Я говорю ей, мама, ты мыслишь не спортивно. Вот предстоит мне первый бой, мне так нужна победа. Противник мой привел с собой двух бабушек и деда. Велася его родня, все за него против меня. Он видит всю свою семью, поддержку чувствует в бою. А я расстроен, я сдаю. А защищать мне нужно честь школьников в Рязани. Вдруг вижу, мама, мама здесь сидит спокойно в зале. Сидит в 12-м ряду, а говорил, но не приду. Я вмиг почувствовал подъем. Сейчас противника побьем. Вот он при всех ребятах запутался в канатах. Ну как я дрался? Смело? Я подбегаю к маме. Не знаю, сидела с закрытыми глазами.